Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о том, как приручить волнистого попугая к рукам. Так как попугаи обладают хорошей памятью, в первую очередь они запомнят лица тех людей, которые постоянно их кормят. Это вы заметите, выпуская попугая из клетки в один из дней. Из всех членов семьи попугайчик сядет именно на своего кормильца. Но не стоит расстраиваться, попугайчиков к рукам приручить сможет даже ребенок. Но для этого не стоит кормить питомцев перед тем, как вы соберетесь выпускать их из клетки. Птицы должны быть голодными. В то время, пока птицы будут летать по комнате, вам нужно приготовить кормушку с кормом и протянуть ее птицам. Голодные попугайчики, увидев корм, обязательно сядут к вам на руку для того, чтобы полакомиться из кормушки. Важно в этот момент стоять неподвижно, чтобы не спугнуть питомцев. Делайте такие манипуляции ежедневно, чтобы попугаи быстро привыкли к вашим рукам, и вы быстро сблизитесь со своими питомцами. Желаем всем удачи! Кому удалось приручить попугая к рукам, пишите в комментариях. Если вы любитель попугаев, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.